Ветеранская конференция будет приурочена к очередной годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому такое мероприятие предпочтительнее провести в городе воинской славы. Заместитель председателя Краевого совета ветеранов Дмитрий Остапченко изложил главе города основную концепцию мероприятия, посоветовался по программе и месту проведения. Примем людей, даже не переживайте, им очень понравится. У меня к старикам нормальное отношение, поэтому примем, накормим, напоим, покажем, все сделаем. Не надо мне говорить. Ветераны свою конференцию наметили на 9 октября. Обменяться опытом в вопросах патриотического воспитания молодежи приедет в наш город внушительная делегация в составе 200 человек. Город воинской славы готов принять ветеранов радушно и сделать все, чтобы гости чувствовали себя комфортно.